Всем привет! Сегодня нашел фото, как я строил кессон, как я его оборудовал. На это все дело ушло около 9 мешков цемента 500 марки. Внутреннюю опалубку делал из ОСП панелей. Глубина кессона получилась небольшая, 1,25 м всего. К швеллеру посередине приварил металлопрофиль 30 на 30. На это все дело положил шифер, валялся старый шифер, использовал его. Все щели пропенил пеной, лишние пены убрал. Также из канализационной пластиковой трубы на всякий случай решил установить вентиляцию. Также ее утеплю в дальнейшем. Купил сетку кладочную. Была у меня пластиковая арматура. Все это пластиковыми хомутами связал. Купил полимерно-композитный люк. Прикрутил на приваренные шпильки. И начал собирать опалубку. Цементную смесь мы мешали в 200-литровой емкости. Иногда мне помогал в этом старший сын. На этом фото плотно прикручиваю люк к бетону. Здесь уже практически работа по заливке бетонной плиты завершена. После того, как замерз бетон, снял опалубку. Вот так выглядит кессон в готовом виде. Плита получилась прочной. Теперь осталось только утеплить кессон к зиме. Утеплил пеноплексом 50 мм. Также установил дополнительную крышку, тоже утепленная пеноплексом и залоном. Вот в таком виде выглядит у меня сейчас полностью готовый кессон. На этом у меня все. Всем пока.